В пятницу состоялся очередной матч первенства России по футболу. На своем поле текстильщик принимал команду «Вологда» из одноименного города. Игра прошла почти полностью за преимуществом хозяев. На 31-й минуте нападающий красно-черных Павел Втюрин открыл счет. А в конце второго тайма в воротах «Вологды» оказался еще один мяч. На этот раз отличился капитан команды Евгений Лосев. Итоговый счет встречи 2-0 в пользу текстильщика. Вся команда была, настраивалась на игру, вся команда, и молодцы, что мы победили. Всех поздравляю, поздравляю болельщиков, и очень хотелось бы продолжать в том же духе.